Мой дед Рыбаков Георгий Герасимович начал войну в Беларуси, дошел до Берлина, был награжден медалью за боевые заслуги. К сожалению, его уже нет с нами, вот, но мы помним его, уважаем и ценим все, что он сделал для нас, для нашей страны, для спокойствия и для нашего продолжения рода. Спасибо деду за победу.